space, my space, big drum sale. My house, she house, I got flavor. Look up to damn, sure the I take her. My stakes, high stakes, big time player. My base, high stakes, big drum sale. Roberto Khan. Я рад вас всех приветствовать на новом долгожданном выпуске, и долгожданный выпуск этот был не только для вас, но и для меня самого, поскольку я уже месяц оббегал магазины, искал на торговых площадках, в общем, собирал все эти запчасти, которые вы сейчас видите в пакете в двух коробках. Скажу так, весь этот комплект вышел мне в 20 тысяч рублей. И еще в предыдущем выпуске я обмолвился о том, что я хочу сделать очень классную доработку по передку автомобиля. Но из-за того, что алгоритмы YouTube работают не очень понятным образом, предыдущий выпуск не залетел от слова совсем. Его посмотрело очень мало людей. И если вы желаете узнать, что же было в предыдущем выпуске, то вы можете смело переходить по ссылке в описании под этим видеороликом на предыдущий выпуск. Ну а для совсем ленивых можно просто кликнуть подсказку в правом верхнем углу, и там будет точно так же ссылка на предыдущий выпуск. Что ж, касаемо этого выпуска, я бы хотел вас попросить об одной такой небольшой услуге. К сожалению, как я уже обмолвился, YouTube работает не очень понятно, зачастую его очень сильно штормит, и некоторые видео он выкидывает вверх списка, некоторые же он никуда вообще не трогает, и наоборот, и мне кажется, он спускает их на самое дно. Поэтому, чтобы это видео не стало таким вот случаем, когда видео просто YouTube спускает на самое дно, давайте попробуем его продвинуть. С вас нужно всего лишь поставить лайк под данным видеороликом, и написать в комментариях, что вы думаете о данной доработке. Я думаю, большинство из вас уже догадалось по названию видеоролика или по превью. Ну а тем, кто не знает, как раз будет повод попытаться угадать, что же это за доработка. И что вы, в общем, о ней думаете. Я думаю, мы сможем с вами собрать 100 лайков под данным видео. Для нас это не такая большая проблема, поскольку у нас уже на канале почти 600 человек. Поэтому что ж. Прежде чем приступать, также хотел бы порекомендовать вам свою группу ВКонтакте. И сейчас вы увидите небольшую такую афишу, если так это можно назвать. В группе ВКонтакте я уже выкладывал некоторые запчасти из этого пакета и давал вам возможность подписчикам моего ВК, моей ВК-группы угадать, что же там находится и какая же будет доработка в новом видео. Некоторые из вас смогли угадать, но не все. Поэтому, если вам интересна какая-то закадровая жизнь моего канала, что происходит вне YouTube, вы можете смело переходить по ссылочке в описании, по подсказке также, или по названию ВК-группы, которую вы сейчас увидели, и подписываться. Там я выкладываю много из того контента, который не вошел на YouTube в ролики. И показываю какую-то закадровую жизнь. Поэтому вы можете подписаться и следить за этим делом вместе с другими. Что ж, касаемо того, как продвинуть видео, я вас попросил. Я очень сильно надеюсь на вашу поддержку, потому что зачастую очень сильно не хватает вашей поддержки. Именно поддержки зрителя, человека, который смотрит данный видос. Так что, как я уже просил ранее об услуге, давайте все-таки постараемся, поднажмем. И наберем 100 лайков, и также напишем много комментариев. Мне будет очень приятно почитать ваши комментарии. Что ж, предлагаю меньше слов, больше дела, поэтому наливайте чай, кофе, готовьте вкусняшки, и мы начинаем. Всем приятного просмотра. Итак, что ж, я предлагаю наконец-таки все-таки все это дело распаковать, рассказать, раскрыть эту небольшую завесу тайны и объяснить, что же будет за доработка в этом автомобиле. Первое, что мы будем открывать, это вот эти вот коробки. В них, в этих коробках, находятся
поворотные кулаки. Правый и левый поворотные кулаки. Нужны они будут для доработки, которую сейчас я вам расскажу. Что ж, поворотные кулаки я предлагаю отложить в сторонку. Да, ну, давайте я положу все это дело вот так. Ну, и ради интереса также достану и этот поворотный кулак. В общем, вот так все это дело выглядит. Вот они, два поворотных кулака. Я думаю, на камеру должно быть видно. Что ж, приступаем дальше. Тут у нас тормозуха большая. Я уже думаю, большинство начали догадываться, кто еще не спалил название видеоролика. Потом у нас идут вот такие вот колодки. Как можно увидеть, комплект колодок переднего тормоза. Потом у нас идет вот такое вот дело. Это переходные втулки. Вот так вот они выглядят. И сейчас я объясню, для чего они нужны. Для тех, кто давно следит за моим YouTube-каналом, те знают, что у меня произошла беда. И беда эта произошла не то, что по моей вине. Это просто косяк завода. У большинства «Жигулей» есть болячка, а именно клин внутреннего цилиндра передних тормозов. И вот у меня произошла такая беда. У меня заклинило внутренний цилиндр правого суппорта. Вследствие чего у меня начало закусывать тормоза. Я ездил так очень долго на закусивших тормозах. И довело все это дело до того, что просто-напросто сначала у меня выкипела вся смазка со ступичного подшипника. После чего пришла хана самому ступичному подшипнику. Он завыл и загудел. Ну а позже у меня был уничтожен тормозной диск и лопнула колодка. Что ж, идем дальше. А вот тут у нас такой вот комплект. Кстати, это все дело шло у нас комплектом. Стоило это мне 5 с копейками тысяч рублей. И сейчас я покажу, что же здесь находится. Сейчас я достану ножик, и дальше мы обязательно включимся. Да, у вас, правда, тут ножик такой, что если захочешь скрыться, хрен скроешься. А тут у нас находятся ступицы заднего колеса от ВАЗ-2108. В общем-то, как раз-таки вот эти вот втулки и нужны для того, чтобы сделать переходной, скажем так, момент и поставить задние ступицы от ВАЗ-2108 на переднюю ось ВАЗ-2107. И выглядит это все следующим образом. Выглядит это примерно вот так. Даже, может, ошибаюсь. Ну, нет, по-моему, все я сделал правильно. Выглядит это таким вот образом. Вот так это все дело прессуется и ставится уже на поворотные кулаки. Также здесь в комплекте идут две направляйки, которые мы обязательно тоже поставим. Ну, а сейчас я предлагаю это убрать, отложить и открыть следующие наши коробки. Дальше у нас идут вот такие вот переходные пластины для передних тормозов от ВАЗ-2112, ну либо же, если вам будет проще, от Приоры. Вот такие вот простые или не очень переходные пластины. Что ж, также их откладываем в сторонку. Далее у нас идут суппорта в сборе от ВАЗ-2110 под 14-й тормозной диск. То, что тут 0,8, не обращайте внимания. В принципе, ну, как бы это именно я покупал тормоза именно приоровские. В общем, такие дела. И вот такой же второй, собственно говоря, суппорт в сборе. Поэтому также предлагаю их отложить. И самый главный виновник торжества. Опа. Тормозные диски от Приоры, от десятки, двенашки,
14 тормозные диски. Сейчас я это дело аккуратно постараюсь открыть. И вот они сами тормозные диски от Priory. Там второй диск, поэтому его доставать не вижу смысла. В общем, вот такой вот простой и не очень простой комплект, который сегодня предстоит поставить на мою семерку. В общем, что забыл сказать по данному комплекту, который вот, в общем-то, что я сейчас только что показывал. Несомненные плюсы именно вот такой тормозной системы передка семерки будет в том, что, во-первых, это диск вентилируемый, как можно видеть, вследствие чего тормоза будут лучше охлаждаться. Во-вторых, это 14-й тормозной диск. Соответственно, тормозное усилие будет на передок больше, ну не больше, лучше, как правильно. Сейчас уже голова, к сожалению, из-за жиры не очень хорошо работает, но я думаю, вы меня поправите в комментариях. Также, благодаря вот этим вот пластинам переходным, появляется возможность поставить помимо диска, поставить еще и суппорта от той же там восьмерки, приоры, десятки, в общем, любые суппорта с переднего привода встают сюда. Прикол этих тормозов в чем? Прикол этих суппортов в чем? Прикол этих суппортов, во-первых, в их простоте, в том, что здесь всего лишь один поршень, который, ну, не два поршня, как на Жигулях, соответственно, это все гораздо проще, гораздо, блин, понятнее. Плюс, такие вот тормоза, такие суппорта называют плавающими. За счет скобы они постоянно находятся, грубо говоря, по центру диска. Может, я что-то путаю, но как я читал, тормоза на переднеприводном семействе УАЗа, они называются плавающими за счет того, что они как бы находятся на одной, грубо говоря, оси с диском, и несмотря от того, как диск у вас поведет туда-сюда, они постоянно, грубо говоря, вместе с ним ходят. Благодаря чему идет равномерное стачивание диска. Как показывает пример на той же классике, на родных тормозах, диск стачивается абы как, хрен пойми как, и все в этом духе. Плюс данных ступиц, именно ступиц задних восьмерочных нерегулируемых от ступиц передних вазовских. Не надо копошиться постоянно в этом гнилом, там уже замшелом литоле, постоянно что-то подкручивать, постоянно что-то регулировать. Здесь вы поставили ступицу и забыли. Она не регулируется, соответственно, у вас становится лучше накат с такими ступицами. Ну и как бы жизнь удалась. Зачем были куплены новые поворотные кулаки, я расскажу чуточку позже, но в них тоже есть нужда, вернее, в них была нужда в покупке в их. Можно было поставить на старые, но это было бы полной фигней, и дальше я поясню почему. Ну и, соответственно, колодки под все это удовольствие, как бы, ну и вот весь этот комплект, который, как я уже сказал, вылетел мне в круглую сумму, а именно в 20 тысяч рублей. Соответственно, вот эти ступицы не поставить без вот этих вот втулок. И также не поставить вот эти тормоза без вот этих пластин. Поэтому пришлось все это дело покупать, заказывать. Как я уже сказал, что-то я покупал комплектом, а именно ступицы шли в комплекте с втулками. Заказывал от одной фирмы Volga Автопром. Как бы и стоило это удовольствие 5600, что ли, точно не скажу. Когда вот это все удовольствие, именно переходные пластины под тормоза, я заказал отдельно. Стоили они там что-то порядка тысячи с копейками. И сами тормоза я купил за 9500. Купил все. То есть купил и колодки, и суппорта, и сами диски, и тормозуху. Когда полный комплект обошелся бы мне в 10 с копейками тысяч. Поэтому тут я считаю, я даже сэкономил и, ну, поступил мудро. В общем, что ж, такой комплект. Сами все прекрасно видите. И сейчас я буду потихоньку приступать к тому, что начну снимать колесо. Снимать все, что там крепится. Ну, я думаю, дальше нету смысла рассказывать. Вы сами все поймете по ходу этого видео. Поэтому не переключаемся и смотрим. Так, ну что ж, сейчас первым делом нужно открутить колесо. И уже дальше будем смотреть по ситуации. Дальше все это дело раскручивать. Сейчас я ослабляю колесо, потом выставляю домкрат. Буду задирать передок и снимать колесо. Короче, все, скинул колесо, смотрю сюда,
а тут пожалуйста. А я думаю, почему нет тормозов? А тут вон оно как выясняется. Вы прикиньте, да, в натуре, вот так вот, блин, кусок диска вырвать. Я в офиге. Гребаная жесть. Как тут без мата еще выразиться-то, я даже не знаю. Так вот, пожалуйста, все. Офигеть. Просто вообще, это что-то с чем-то. Это что-то с чем-то. Однако. Ладно. Сейчас, в общем, дальше буду все это разбирать. И потом покажу, что к чему получилось. Но это просто обалдеть. Вы только гляньте. Куска диска нету. Это что-то с чем-то вообще. Я думал, у меня только колодка выстрелила. А у меня весь диск выстрелил. Ха-ха. Я на таком еще и ездил. Охренеть. Ладно, в общем, снимаю сейчас все это удовольствие, блин, и дальше уже включусь и покажу, что, как, к чему тут получается. But I'm blowing up out of the boat, pain like, running up a check, that's what I like. Get up on sight, call life like, scared of the dark, better go and get a nightlight. Now get out the park by the boom, boom, night, night, cause it ain't no thing. I show them what I got, I ain't got no shame. Say that you a rapper, I don't know your name. But I'm blowing up out of the boat, pain like, now you know, woman ball up on the left, you wanna know. I know you're jealous, just let it go. I'm incredible. Ну все, ребята, вот все, что осталось от диска. Вот, ребятки, пожалуйста, как вам такой диск? Как бы, смотрите, все, он двухсоставной, все как положено, все, гонка, пушка, черепушка. Вот вам как бы толщина, вообще огонь, толстый, ни разу не это, не бэушный, все четенько, просто супер. И вот зона торможения, как бы все, ставим, оставляем это, 100%. Короче, вот этот хлам, вот все, что осталось от диска, вот этот вот хлам. Ну и ступица. Шумит камыш. Вот такая фигня. В общем, не зря я решил все это дело менять. Как бы. Будем выкидывать. Ну и всего одна живая колодка, по-моему. Это вот эта вот дальняя. В общем, как-то так. И, кстати, клинанул вот этот вот цилиндр внешний. Я думал, внутренний клинанул, а клинанул внешний цилиндр суппорта. Ну что, снял я колпачок. А тут чисто нутелла. Ну, как видим, что тут дерьмо какое происходит. И вот по вот этой причине я не хочу оставлять родные ступицы. Потому что каждый раз, когда ты сюда лезешь, мало того, что тебе надо регулировать саму ступицу вот этой гайкой, ты постоянно копошишься вот в этом всем, вот в этой всей нутелле. Прям кайф, чисто мечта автомеханика. Ёпарасоте. В общем, сейчас выкручиваю гайку и все. И вытаскиваю ступицу. Дальше дело за малым, снять вот этот вот кожух, он не пригодится. И снять, получается, поворотный кулак. И все. В общем, сразу информация для тех, кто не знает. Во-первых, эта гайка шплинтуется, если у вас вдруг родная ступица, и вы меняете и ставите родную ступицу, то эта гайка, она шплинтуется. Это во-первых. Во-вторых, выкручивается эта гайка по часовой. Не против, а по часовой. Против часовой вы ее будете закручивать. А выкручивать вот по часовой стрелке. Берете и выкручиваете. Вот так вот. Так, что ж, сейчас все это дело снимаю тоже. И все. И дальше будем уже снимать, смотреть следующее, что нужно будет сделать. А именно снять поворотный кулак. Короче, народ, столкнулся я с одной лютой такой дилеммой, проблемой.
Повыкручивал болты, крепящие кожух, но один болт я не могу никак выкрутить. Вот видим, что здесь уже все. Я вот эту вот гайку выкрутил, я его и выбивал, и что только с ним не делал, и грел. Бесполезно, короче, он ни в какую не хочет выходить. Поэтому сейчас принято решение, снимаю поворотный кулак вместе с этим кожухом. И буду уже на снятом кулаке пытаться выбить этот болт. Потому что по-другому я никак не могу его вытащить. Я не могу, ребята. У меня уже попросту сдают нервы. Я уже все руки себе сбил, ободрал. Не могу я снять этот пыльник, потому что болт там закис, не знаю, заржавел, заклинил. В общем, какая-то беда. Кое-как, нагревая верхнюю, ну, гайку крепления шаровой, я смог ее оттянуть, при этом заливая ее обильно ВД-шкой. Нижняя была, ну, легче ее выкрутил, в общем. И тем не менее, вон там вот, можно видеть, как бы, тут хана пыльником. Не знаю, как шаровые себя чувствуют, но пыльником явно хана. Тут такая же история. Я думаю, вы сами все видите, что тут вон. Пыльники просто-напросто порванные. Поэтому как-то так. Не знаю, снизу выкрутил две гайки с болтов крепления шаровой к крабу, к рычагу. Вот эту я не могу выкрутить вообще никак. Просто не могу. Поэтому не знаю, сейчас буду дальше пробовать, пока еще есть возможность, пока время еще позволяет, пока светло, пока ключ. Мне дали, кстати говоря, ключа на 22 у меня не было. Пришлось попросить. Вот он, ключик. Попросил тут у соседа по гаражу. Спасибо ему большое. Дал ключик, что позволило выкрутить вот эти вот гайки. Поэтому что, включусь, как только получится что-то выкрутить. Ну, не получится, тоже включусь, я думаю, я расскажу. В общем, включение чуть-чуть попозже. Ну что, друзья мои, в общем, время уже 10 час. Ой, я неправильно часы одел, ну не суть. Время 10 час. У меня уже нервов не хватает, чтобы с этим всем бороться. Поэтому ничего у меня не получилось. Не получилось у меня снять ни... Сейчас я точно скажу. Не получилось у меня снять, короче, рулевую вот эту сошку. И не получилось у меня также снять шаровые. Как бы и лайфхаки всякие пробовал, которые в интернете и в том же ютубе как бы советуют. И так, ну не знаю, съемника у меня нету. Поэтому завтра два варианта будет. Либо я поеду куплю съемник, чтобы наконец-таки все это снять дело. Либо же буду дальше пытаться все это выбить, как-то вытащить. Посмотрим, в общем. Пока что сил сегодня уже нету, время позднее, я уже устал, нервы мои не вывозят, поэтому сейчас закрываю гараж, все это дело сворачивается, и завтра уже увидимся снова, и там уже будем делать. Поэтому, что ж, как сказал уже, сейчас закругляюсь, и завтра уже с новыми силами начну рваться в бой, побеждать наконец-таки все эти болячки. Одно обидное, я хотел надурить судьбу, думал, получится все-таки сохранить шаровые опоры, думал, получится все-таки сохранить рулевой наконечник, хоть ему и хана уже, но тем не менее. Но теперь я понял одно, пыльником однозначно жопа, что на шаровых, что на рулевых, и это я их не сейчас порвал, они были порванные. И завтра, если все получится снять, то посмотрю по шаровым, по тому же рулевому, возможно, менять не придется. Насчет рулевых, пока что не хочу их менять от слова совсем, потому что есть у меня кое-какая задумка, о которой вы, возможно, узнаете в будущем. А что касаемо шаровых, то сейчас нету бюджета. Весь бюджет был потрачен конкретно в тормоза, чтобы, ну, поставить, в общем, ступицы от восьмерки и тормоза от приоры. Поэтому, как я уже сказал, на сегодня я закругляюсь. Увидимся завтра. Для вас это ровно одна секунда. Так что погнали. Ну что ж, наступил новый день. Немножко сегодня, конечно, запозднился, тем не менее.
сходил, попросил у друга, товарища съемники. Уже даже попробовали одним выбить, нифига не вышло. Собственно, что к чему. Сейчас пробую вторым съемником снять. Надеюсь, что все-таки все получится, без всяких проблем все снимется. Сейчас дальше покажу, какие съемники, что к чему и чем буду пользоваться. Взял вот такой вот съемник для шаровых опор и рулевых наконечников у друга. Попросил. И попросил еще у него вот такую вот вилку. Вот, принцип работы, в принципе, как бы, ну, тут все просто. Этот съемник, если вы ставите, то просто закручиваете гайку, и тем самым он подрывает палец. Это вбиваете, то есть ставите и вбиваете, грубо говоря, ну, так же вот под палец. Вот такие дела. Что ж, сейчас вот этим уже, вот этой вилкой уже попробовали, ничего не получилось. Сейчас буду пробовать вот этим съемником. Будем надеяться, что все-таки все получится и все будет хорошо, и я все-таки смогу снять, получается, как он правильно называется, голова не соображает, поворотный, вернее, рулевую сошку, и точно так же получится снять шаровые. В общем, что ж, как только добьюсь какого-то более-менее вменяемого результата, я вам сразу сообщу и покажу. Все, друзья мои, я наконец-таки снял все это недоразумение. Помучился я очень-очень сильно. Короче, чтобы снять сошку поворотную, я ее снимал аж двумя съемниками. То есть я изначально вот этим съемником, да, ну то есть одевал его, все выжимал. И потом сверху еще и вилку забивал, потому что этот съемник не смог выбить нормально эту сошку. Короче говоря, это какая-то задница полная. По итогу что мы видим? Рулевому кранты, хана, по-хорошему менять, но не хотелось бы, потому что в планах кое-какие доработки, короче. Поэтому не знаю. Также с шаровыми. Верхняя шаровая еще более-менее живая, как более-менее, а вот нижняя и короче хана, она такая тоже, но она подустав, она живая, но она подуставшая. Пыльнику тут хана, это однозначно. Ну вон, сами видите, пыльник порванный, поэтому не знаю, сейчас буду думать, пока месть либо менять целиком шаровые, либо же поменять просто пыльники. Еще не определился. Саму шаровую верхнюю сейчас тоже скручу, сниму. Что касаемо кулака поворотного. Вот это наше удовольствие. Вот, как бы все я его снял. Сильно, правда, погнул пыльник. Но ничего страшного. Сейчас буду снимать болт. Что ж, ребята, решил. Что-то сейчас, короче, понял, вернее, что не вывожу уже с таким графиком. С работой, с каналом, с домашними делами. Подустал чуть-чуть. Ну и нормально сейчас не высыпаюсь. Решил так немножко с вами пообщаться. Буквально вчера, вот, когда я копошился, ну, вы видели все эти кадры. Копошился до талого, часов, наверное, до 11, до 10, где-то так. И потом только пошел домой. Ну и все, и в 4 утра встал, как говорится, дома, пока искупался, пока поел какие-то домашние дела. Спать я лег в 1:00 ночи, встал в 4 утра, ну, пошел на работу. И все, и вот домой пришел я в 7 утра. И, короче, что-то туда-сюда, в общем, поспал. И вот время на котлах уже 6:00. И что-то вот сейчас, я же говорю, что-то так задумался, думаю, пойду я в магазин схожу, поскольку воды в гараже нет, пить охота, жарко, лето, думаю, куплю водички, ну и взял себе вот энерджайзера. И вот пока шел, думаю, было бы прикольно с вами пообщаться. Что ж, не знаю, как-то вот хочется для вас в последнее время сделать побольше контента, получше и покачественнее. Там где-то подсъемы красивые сделать с машиной, где-то, там, не знаю, сделать классные вставки, там также с работой, с машиной. Но сталкиваюсь с тем, что одному, во-первых, тяжело, во-вторых,
все чаще разочаровывает машина. В том плане, что по кузову она очень уставшая, и мне как-то не очень комфортно для вас показывать состояние кузова. Те же там дырявые пороги, крылья, там багажник и все в этом духе. И порой стоит выбор собрать внешку или же собирать по части эксплуатации, имеется в виду по части технички. Техничка у меня всегда стояла на первом плане, что у меня была первая машина, я делал в техническом плане идеальный, что у меня была вторая машина, третья, четвертая, и что сейчас вот эта вот тачка точно так же, она у меня, я стараюсь привести в идеальное состояние по техничке, только потом заниматься кузовом. Понятно, что можно таким образом просрать кузов, но вот хотелось бы задать вам вопрос, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы это считаете, чем лучше заниматься в первую очередь, техничкой или же кузовней, то есть внешка либо техничка. И я приверженец того, что в первую очередь надо сделать техничку, чтобы можно было передвигаться на автомобиле и не бояться за свою безопасность и за безопасность других людей. И только потом уже заниматься, собственно, кузовом. Понятно, что можно как бы просрать кузов, здесь палка о двух концах, но тем не менее. Вот не знаю, что мне вот прям интересно, что же вы напишите, какое будет ваше мнение по этому вопросу. Ну а так, что, сейчас вот решил немножко передохнуть, с вами пообщаться, пока все разобрал. Сейчас вот буквально переведу дух и начну дальше заниматься уже доработкой автомобиля. По сути, уже основное дело сделано. Опять-таки, касаемо контента какого-то, не всегда еще плюс позволяет оборудование что-то вам там сделать красиво, подснять, качество там подтянуть. Но все в будущем, как бы, есть у меня небольшие такие планы по обновлению оборудования. Хочу прикупить себе камеру, которую используют большинство блогеров. Sony, точное название не вспомню, но если что, где-нибудь вот здесь вот сейчас прикреплю фотографию. Вот. Ну а так что? Потихоньку делаем контент. Ну, в общем, собственно, такие дела. Что я могу сказать? Надеюсь, вы не огорчитесь, что я решил вставить такой небольшой монолог с вами. Охота как бы пообщаться со своей аудиторией, со своими зрителями, понять, что им нравится, что они думают. И не забывайте ставить лайки, писать комментарии, делиться видео. Подписывайтесь на ВК-группу, потому что это все продвигает канал дальше в массы, как бы это мотивирует и помогает не опускать руки. Потому что, допустим, когда я снимал предыдущий выпуск, про который я говорил чуть ранее, что ссылочка есть что в описании, что в подсказке, его посмотрело очень мало людей. Честно, блин, ну, был такой труд прям огромный, и руки опустились, когда увидел, что ну, видео вообще не залетело. Как бы кто-то может там подумать, что я преследую какие-то глупые мысли в плане контента. Нет, честно, нет, это мое хобби, у меня есть постоянная работа. Тут просто хочется как-то, не знаю, показать, что можно сделать, какие доработки привести. В общем, это такое занятие для души, скажем так, своя отдушина. То есть я всегда, я знаю, что я могу там закупиться на энную там, сумму денег, там, каких-нибудь крутых запчастей, приехать в гараж и что-нибудь собирать. Мне это приносит удовольствие. Понятно, что не всегда все получается, тем не менее, ну, такой вот у меня кайф. Поэтому я надеюсь, вы все отнесетесь к этому с пониманием. И, как я уже сказал, ваши комментарии, ваши лайки, это все мотивация для меня, это продвижение канала, и чем больше, скажем так, нас будет на канале, тем более серьезные доработки мы будем делать в будущем. Ладно, я думаю, можно прекращать болтовню и продолжать заниматься работой. Поехали. Все, час колотил, мучился, но все-таки полностью все разобрал. Вот он старый поворотный кулак. В принципе, на камере, скорее всего, не видно. Может показаться, что он нормальный, но у него есть выработка. И если ставить новые восьмерочные ступицы на вот этот вот кулак старый, то у вас будет колесо люфтить. И появится такое что-то типа восьмерки. Я так не хочу. Я хочу сделать все по-нормальному. Как бы, и поэтому пришлось действовать радикально.
и все полностью разбирать. Поэтому вот это вот, вот этот старый кулак отправляется в металлолом. Вот то, что мне нужно будет, это сошка рулевая. Ее мы оставляем. И также видим следующее. Мне говорили, что, ну и я когда читал, узнавал за все это, многие писали, мол, все это туфта полная, и то, что типа вот, вот эти вот переходные пластины, которые у нас есть под тормоза, их там по заводу быть не должно, что это полный бред, что это там, ну, чушь собачья и все в этом духе. Так вот, те, кто это писали, не только мне, вообще куда-либо, смотрите и вникайте. Вот она заводская пластина, которая шла на поворотный кулак. Вот она. И здесь у нас крепление под родной суппорт. А вот новая, которая будет уже переделана, ну, вернее, она уже переделанная под суппорта от приоры. Так что, как бы, ребята, зачем вы пишете, если вы не понимаете, не вникаете и не разбираетесь. Так что такие пироги. Ну и само собой пыльник нам уже не понадобится, поэтому его откладываем в долгий ящик, поскольку у нас тормоза будут вентилируемые, 14-е, и они сюда попросту не встанут. Даже если бы они встали в этот пыльник, то тогда можно было бы забыть про какую-либо вентиляцию, поэтому пыльник нам не нужен. Он никак сильно не повлияет на торможение, поэтому будет тормоза без него. Ладно, что долго рассуждать, сейчас буду потихоньку уже дальше собирать все новое. Но опять-таки, есть некоторые нюансы, о которых я вам сейчас расскажу. Что ж, что касаемо нюансов, самый главный нюанс, который у нас тут имеется, это, собственно, шаровые. Шаровые, я вот не знаю, я думаю, я бы такой поменял бы полностью весь комплект шаровых, потому что эти шаровые, ну... Они живые, верхняя в особенности живая. А вот нижняя, она уже такая прям вяленькая. Ну, как бы в некоторых положениях еще нормально ездит, но не знаю. Я бы такой бы поменял бы полностью эти шаровые. Но что-то мне подсказывает, комплект шаровых выльется мне в охренительную сумму. Даже самый дешевый комплект. Поэтому, скорее всего, буду менять пыльники. Их сейчас у меня нету, их нужно будет купить. Поэтому сейчас мне нужно будет снять шаровую верхнюю. И потом уже думать, что касаемо пыльников. Ну и также стоит вопрос в рулевой сошке. Ну, в рулевом, вернее, наконечнике. Рулевой наконечник по-хорошему вообще поменять. Но есть планы определенные. Опять-таки. Хотя... Стойте, меня только что осенило. Я не буду менять ни шаровые, ни рулевой наконечник. Я поменяю на них только пыльники. Набью по новой смазкой. А вот это все уже мы будем менять тогда, когда я буду реализовывать доработку касаемо также передка автомобиля, касаемо рулежки. Поэтому в скором времени нам по-любому опять придется все это дело разбирать. И уже будем менять полностью на новые шаровые, будем менять также наконечники рулевые, будем менять крабы, рычаги вот эти. Как бы, ну, там уже все будет по-серьезному, поэтому сейчас не вижу смысла тратить зря деньги и покупать новые шаровые. Поэтому здесь просто поменяю пыльники, они все же дешевле, чем шаровые. Также куплю пыльник на рулевой наконечник, пусть я поезжу с хреновой рулежкой, но тем не менее в будущем рулежку я сделаю офигенной. Цена вопроса что-то в районе 10 тысяч рублей, если мне не изменяет память. Ну, это уже оставим на следующие видосы. Так что сейчас у нас самая главная задача это сделать тормоза. Поэтому снимаю, как уже сказал, верхнюю шаровую, меняю пыльники, набиваю смазку и собираем все в обратной последовательности, только уже на новых комплектующих. Так что вперед! В общем, что, народ, смотались, в итоге сейчас в магазин. Короче, купил на поворотные тяги кулаки, не помню, как они правильно называются. Поправьте в комментариях, сейчас голова уже не соображает, время позднее. Взял 2 пыльника и 4 пыльника взял на шаровые. Также купил 2 вот таких вот новых болта для крепления, получается, вот этой поворотной сошки. Не было каленки, взял так,
такие. Если что вдруг пойдет не так, то потом в дальнейшем куплю уже нормальные болты, которые именно такие штатные, родные. Маленьких не было, поэтому не стал ничего выдумывать. Маленькие у меня в нормальном состоянии. У меня пришла хана конкретно одному такому болту, поэтому буду менять их два. Один оставлю на всякий случай как образец. Время поджимает, уже темнеет, поэтому сейчас начну дальше все это дело разбирать. Сниму верхнюю шаровую, поскольку еще ее не снимал. Поменяю пыльники на шаровых и на поворотном пальце. Ну, вы поняли. И буду уже пытаться собрать хотя бы одну сторону. Чтобы завтра осталось собрать только, вернее, разобрать и собрать только эту сторону. В общем, что, приступаю. Если что, сделаю небольшие подсъемы для вас. В общем, приятного просмотра. В общем, что, ребята, снял я шаровые. И снял также с них пыльники. Вот, можно видеть, что здесь внутри со смазкой. Это еще более-менее адекватная шаровая. Вот это вот нижняя. И вот, видите, да, какая тут смазка. Как будто бы кусок чего-то очень нехорошего. Кусок нутеллы. И вот они, пыльники. Пыльники дырявые. И внутри вон, что у них происходит. Поэтому шаровые еще есть возможность спасти. Так что будем спасать. Вот эти пыльники крепились вот на такие вот типа хомуты. Снимаются они очень довольно-таки просто. Поддеваете один. Сейчас камера сфокусируется. Поднимаете, подцепляете вот эту, допустим, конец. Отводите и начинаете снимать как бы по кругу аккуратно, чтобы не разогнуть сильно это кольцо и также не порвать пыльник. Ну, в принципе, у меня пыльники порванные были, тем не менее, снял я очень аккуратно. И вот он, пыльник рулевого наконечника. Тоже можно видеть, что ему тут печально. И самое интересное, это сам рулевой наконечник. Я думаю, тут, в принципе, видно, да, как сильно его жизнь помотала. Поэтому по-любому, в принципе, вот как бы, сами видите, все прекрасно. В общем, рулевой по-хорошему на выкид, но менять я их сейчас не буду, как я уже говорил. Поменяю я их чуточку попозже, когда соберу бюджет на доработку, которую я хотел сделать. В общем, что, такие дела, такие пироги. Пыльники я уже показывал, что купил, но они немножко другие. Снизу у них такая площадка под болты. Поэтому хомуты мне тут уже не понадобятся. Это даже плюс. Набивать я буду, в общем, я их буду вычищать и набивать я их буду литолом. А сейчас, на сегодня, пока не все, время уже очень позднее, нужно собираться домой, потому что мне в 4 утра опять вставать на работу. Так что это все я оставляю до завтра, и завтра уже днем я приду и продолжу заниматься дальше доработкой. Так что для вас секунда, для меня сутки. Погнали! Настал новый день, я уже в гараже, как вы можете видеть по рукам. На улице жара, сейчас самое пекло, первый час дня. На улице что-то в районе 35 градусов жары, это плюс-минус. В общем, что, сейчас вычищаю старую смазку, набиваю новую и ставлю новые пыльники. Начинаю собирать уже полностью эту сторону, чтобы поставить колесо и заняться другой стороной. Так что, как все это прочищу, поставлю, соберу, обязательно вам подсниму и расскажу, что к чему. Народ, все, шаровые поставил на место, пыльники поменял. Сами шаровые, короче, прочистил. Сначала чистил, получается, очистителем дросселя, карбюратора, там без разницы. Потом проливал обезжиркой, затирал щеткой. И после уже литолом смазывал шаровые. Получается, смазывал сами шаровые, набил смазки в пыльники. И видим вот такую картину, что все у нас здесь замечательно. Вот. Такие новости. Как бы это очень-очень сильно радует. Поэтому сейчас шаровые на месте. Также сейчас смажу рулевой наконечник. Набью смазки в пыльник. Поставлю все это дело. Кстати,
Для тех, кто не знает, как ставятся шаровые, нижняя шаровая ставится снизу, получается. Вставляете ее и ставите болты сверху, чтобы резьбой не были сюда, чтобы не порвать пыльники. А верхняя шаровая ставится снизу, то есть вы ее как бы вот так ставите. И болты ставятся снизу также, чтобы не порвать резьбу. То есть резьбу не порвать пыльник, резьбой кверху. Такие дела. Думаю, все поняли, что я хотел до вас донести. В общем, что дальше? Делаю грязную работу касаемо литола уже с поворотным. Бляха, только что в голове крутилось. В общем, делаю всю работу сейчас вот с этой тягой, с поворотной. И уже буду ставить поворотный кулак. Поворотный кулак у меня тут на месте. В общем, уже дальше поставлю, покажу, что куда как. В принципе, тут ничего такого тяжелого нету. Так что дальше включусь. Короче говоря, беда бедой. Более конкретно, начал собирать все. Вот эта гайка живая под шаровую опору. А нижней гайке пришла хана. У нее нет резьбы на самой гайке. И сейчас мне приходится ждать, пока привезут гайку, и ничего с этим не поделаешь. Так что ждем примерно через час, через два привезут гайку. Ну а так, если честно, это уже начинает подбешивать, то что, блин, какие-то мелочевки, и вот их не хватает, из-за них работа встает на час, на два, на три, и это прям очень сильно бесит. Поэтому что ж, сейчас жду гайку и продолжаю.